Здравствуйте, мои дорогие друзья и новые зрители канала! Сегодня с вами рубрика «Энциклопедия растений» с канала «Дизайн сада своими руками», в которой я буду делать короткие ролики о каждом растении. Если вам будет интересно узнать или освежить в памяти какую-то информацию, то сможете зайти на мой канал в плейлист «Энциклопедия растений» и обратиться к данным из этого видео. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а мы начинаем! Кларкия. Кларкия – прекрасный представитель садово-декоративного однолетнего растения, сочетающий в себе широкий спектр цветовой расцветки, компактность, обилие зеленой массы. Большинство садоводов любят кларкию именно из-за нарядного вида, эффектных многочисленных цветков, продолжительного и пышного цветения, хорошего и быстрого роста. В природе существует более 35 видов кларкии, но для садоводов интерес представляет только 3 оккультуренных сорта, которые послужили основой для выведения большого количества сортовых форм. В период пышного цветения в садах и на дачных участках сорта кларкии изящная, хорошенькая и махровая покрываются множеством цветков, похожими на маленькие розочки. При этом зеленая масса выгодно подчеркивает все великолепие цветов. Период цветения 3 месяца, с июля по сентябрь. Кларкия махровая. Средняя высота однолетнего растения 30-65 см. Густо разветвленный куст махровой кларкии обрастает темно-зелеными листьями. Цветки махровые около 5-6 см в диаметре, с различными оттенками от белоснежного до насыщенного карминового. Обрамляют стебли так, что создается образ колосовидного растения. Кларкия фантазия. Однолетнее декоративное пышно цветущее растение вырастает до 75 см в высоту. Пазушные махровые цветки отличаются всевозможными окрасками. Кларкия фантазия используется для срезки, оформления цветников в одиночных и групповых посадках. Кларкия изящная. Иное название – ноготковая. В естественной среде растет в Калифорнии. Может достигать до 30-90 см в высоту. Стебли у нее тонкие, прочные, ветвящиеся, у основания древеснеют. Листья темно-зеленые, с сизым отливом, вытянутой продолговатой формы, с редко зубчатым краем и характерными красными прожилками. Цветки кларки изящные до 3-4 см в диаметре, собраны в соцветие кисть и в зависимости от сорта могут быть простой или махровой формы. Смесь окраса кларки изящной также зависит от сорта. Цветки бывают голубыми, пурпурными, розовыми, красными и белыми. Первые цветки кларки распускаются в июне. Куст обильно и пышно цветет почти до октября месяца. Для сохранения декоративного и нарядного вида следует убирать увядшие цветы и листья и семенные коробочки. Это необходимо для поддержания жизненных сил растения в процессе образования новых цветов. Удаление высохших цветов способствует более продолжительному цветению. В жаркую погоду, без осадков, при подсыхании почвы требуется регулярный умеренный полив 2 раза в неделю. При этом нельзя заливать растения, иначе можно спровоцировать загнивание корней. Цветок лучше развивается на рыхлой, плодородной, средней и легкой плотности почвы. В принципе, это неприхотливое растение, способно произрастать и на плотных, глинистых грунтах, но развиваться будет медленнее, цвести крайне скудно. В процессе роста растения для придания кусту более объемного и пышного вида верхушки побега высотой не более 10-15 см периодически прищипывают. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и, чтобы не пропустить новые видео, нажмите колокольчик. Всего доброго, дорогие друзья!